Дома у президента США Джо Байдена обнаружено еще несколько страниц секретных документов. Об этом говорится в заявлении юридического советника Белого дома Ричарда Заубера. По его словам, еще в середине недели, когда он готовил к передаче Министерству юстиции первую найденную бумагу с грифом «секретно», то нашел и другие подобные. Все они относятся еще к тому периоду, когда Байден был вице-президентом у Барака Обамы. По заявлению представителя Белого дома, Байден готов сотрудничать с Министерством юстиции, которое накануне назначило спецпрокурора для разбирательства по этому вопросу. Заубер при этом подчеркивает, что дополнительные документы обнаружили бы и раньше, но те адвокаты, которые нашли первую страницу, не имели доступа к секретным сведениям и потому сразу же прекратили разбирать бумаги и обратились в Минюст. Сам президент заявил, что не знает о содержании этих бумаг и вообще удивлен тем, как у него могли остаться столь старые секретные документы.